Есть выражение «бывших спортсменов не бывает», и это действительно так. Ведь спорт – это не простое увлечение, а стиль жизни, которого человек придерживается до глубокой старости. В Южноуральске тоже немало людей, которые не мыслят себя без физических нагрузок и тренировок. В детской и юношеской спортивной школе отметили сразу два важных праздника – День преподавателя и День пожилого человека. В первый раз в такой приятной душевной обстановке за богатым столом собрались друзья и соратники. Все они, несмотря на седину и морщины, полны жизненных сил и планов. Любой из них может похвалиться не только личными успехами, но и достижениями своих молодых учеников. Многие спортсмены прекрасно проявили себя в тренерской работе, воспитав талантливых и перспективных боксеров, футболистов и бегунов. Присутствующих гостей поприветствовал президент Федерации бокса и кикбоксинга Южноуральского и Увельского района Валерий Воробьев. Мы помним и ценим ваши заслуги в спорте. Вы наши старшие наставники, пример в спорте и в образе жизни. Желаем вам крепкого здоровья, спортивного долголетия, благополучия. И пусть вас окружают только хорошие, порядочные люди. Каждому гостю праздника слова благодарности, признательности, памятные сувениры. Но главный подарок – приятное общение с единомышленниками, с которыми можно вспомнить прошлые счастливые годы, обсудить успехи и побеседовать о спорте в целом. Ветераны тронуты вниманием и благодарны организаторам такого великолепного праздника. Я очень рад, что нас вспомнили, что, по-моему, это первый раз вот такая организация, великолепная. Собрались замечательные люди, те люди, которые достойные люди. Они сделали, оставили свой след в нашем южноуральском спорте. Ну и не только в южноуральском, но и в российском, и в мировом даже. Я очень рад. Я рад за своих соратников, за ветеранов спорта. Выступление шоу-балета «Премьера» скрасило праздник. Также сюрпризом для южноуральских спортсменов стал приезд одного из самых сильных людей России – Михаила Кокляева. Михаил начал заниматься тяжелой атлетикой с 13 лет. На сегодняшний день является действующим шестикратным чемпионом России. Гость праздника поделился своими впечатлениями. Эмоции вообще положительные. Я люблю вот такие города тихие, спокойные. В таких городах рождается настоящая сила. С 2005 года Михаил Кокляев, который родом из Челябинска, занимается силовым экстримом. Утверждает, это абсолютно особенный вид спорта. Он развивает все качества человеческие, физические. Выносливость, быстроту реакции, силу, скорость. Воспитывает волевые качества, потому что 3 часа поднимать тяжести это не каждый сможет. Поэтому это воспитывает в человеке волю, характер. Желаем всем спортсменам-ветеранам крепкого здоровья, новых личных рекордов и способных молодых спортсменов.